Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными художниками. Некоторые из них малоизвестные, некоторые известные. Кто-то на слуху, кто-то нет. Сегодня я хочу показать вам картины Кнута Андерсена Баде. Норвежский живописец, маринист, учился в Копенгагенской академии, затем у Даля в Дрездене и Карла Лемана. Родился в 1808 году и умер в 1879 в возрасте 71 год в Мюнхене. Был членом Стокгольмской академии художеств и светским придворным живописцем. Писал в основном виды величественных морских берегов Норвегии при лунном освещении. Красивые картины, посмотрите, действительно красивые. Одна из лучших его картин, изображающая фантастический сюжет, взятый из норвежских легенд, находится в Мюнхенской новой пинакотеке. Информации очень мало в этом художнике. Вот все, что мне удалось найти, все я вам и прочитал. Но вот кое-какие картины все же я смог найти, поэтому вот посмотрите, пожалуйста. Ну вот и все. Сегодня мы познакомились с Кнутом Андерсеном Баде. Норвежский живописец-маринист, учился в Копенгагенской академии, но жил преимущественно в Мюнхене, где и умер. Все, всем пока, всем привет. Мало информации, но, как говорится, то, что есть, то есть. Но человек ушел, а его работы, его картины остались. Картины красивые, как мне представляется. Сейчас мы их посмотрим. Все, пока-пока. До свидания.